Мы решили не рисковать, а подойти 140 килограммов, набрать сумму 255, гарантированно взять медаль. Да, это попытка, да, для медали. Ну что ж, поздравляем Юлию Коновалову, прекрасный подход, но это и понятно. Я думаю, настрой все-таки действительно у нее на 160 присутствует. Хотя, лучший результат у Юлии Коноваловой на российских стартах 165 толчки. На международных, на чемпионате Европы она поднимала 155.